Ты что? Обеспылили всю территорию. Великая пустошь. Друзья, всем привет. Прекрасные новости у нас. Удалось купить керосина. По-моему, движок, когда работает на полной мощности, быстрее хавает топливо, чем я его вот заливаю. Все вот это вот уже полностью заряженные в бочку канистры. Заряжено под горлышко, все, можно будет стартовать. 100 литров удалось купить. Это довольно-таки круто. Так что в этом видео мы испытаем сопла, посмотрим, какая будет тяга. Может быть, что-то надо будет модернизировать, улучшить. Сейчас будет кульминационный момент. Сопла, как видите, я уже поставил. Сейчас будем пробовать, как оно будет работать. Надеюсь, не нужно будет ничего отпиливать. Но, конечно, есть боязнь у меня, ребят, небольшая. Боязнь в том, что движок все-таки на пампаже каком-то работает постоянно. Не знаю, с чем это связано, но идет какими-то рывками подача. Пока не дашь больше жидкого. Ну, посмотрим. Как видите, сопло только установлено, нет даже цветов побежалости. Проверим, как будет с ним. Может быть, под нагрузкой будет нормально работать. Выглядит, конечно, эпично движок. Дуть будем вон туда, в ту сторону. Постараемся запечатлеть этот интересный момент. Ну все, погнали. Без наушников, блин, это просто жесть, просто шок, адский. Ух, моща, пампажа практически нет. Он есть на сбросе газа. Ну, я называю это пампажом, на самом деле это какое-то виброгорение, дается вот топливо пульсациями. О, вот это монстра я создал, это просто, блин, нереально. Специально сняли наушники. Ух, ты видел? Ну, продуй. Потому что топливо идет. Да. Сопло даже не нагрелось. Представляешь, что-то оно овальное, что ли, стало. Бля, обалдеть. А что это так? Не знаю, передаст ли камера цвет сопла, но вот он такой, немножко желтоватый. Надеюсь, сегодня он посинеет. А сейчас мы попробуем дать жидкого на полную. Будем измерять тягу. Сделали кинематику цепи получше. И измерим тягу. Тяга сколько была? Больше сотки. Больше сотки?
Наконец-таки! Друзья, рекорд канала наконец-таки пал! До этого 45 килограмм было на турбостартере. Больше сотки! О мой бог! Так тут еще, смотри, еще сопротивление этой тележки еще в каком-то оно не очень правильном все-таки русле измеряется. Под углом. Ну да. Ну не важно, главное, что сотка есть, сколько бы там ни было. Обалдеть просто. Обеспылили всю территорию. Практически пыль уже не поднимается, потому что ее нет. Одни камушки какие-то остались. Пыль отсутствует. Великая пустошь. Сейчас вообще не видно пламени и непонятно, насколько все греется. Поэтому дождемся вечера и сделаем вечерние запуски. То есть это начнется вторая серия по этому видосу в рамках первой. Ну что там, стемнело уже? Да. Все, пошли посмотрим, что он в темноте может. Кофе может сделать. О, лучше кофе. Делаем кофе и стартуем. Ах. Как тебе мой кофе? Нормас. Ой. Опа! Так, ну все, конец фаер-шоу. Хватит гонять его здесь по ночи. Все отлично работает, огонек пускает, все прекрасно, керосинчик пьет. На съемки этого видео потрачено 10 канистр с керосином. А это на секундочку 50 литров топлива. Ну, друзья, я тут не виноват. Турбореактивные двигатели тратят очень много топлива. Вы себе представьте, сколько самолеты тратят, особенно те, которые с четырьмя огромными двигателями. Там просто космос. Ну и есть хорошие новости. У меня еще около 50 литров в наличии. Затарился на всякий случай. Мало ли, может будет ужесточение режима. Сопла удалось раскалить в один момент до красна. Ну, правда, этого не было особо заметно на видео, но вот тут оно посинело слегка. Можно сказать, что он какие-то испытания предварительные точно прошел. Видно, что не разваливается. Так как движок прошел обкатку, сейчас проверим масло. Как слеза или не как слеза. О, ну слушай, хорошая маслица. Да, чистенькая. Чистенькая. Конечно, на ГТД 350 даже после пятого проворота, после пятой обкатки такого не было. А тут нормас. Хороший двигатель, международную сертификацию пройдет. Все девизы канала выполняются, рекорды бьются, все прекрасно. У меня на этом все, друзья. Если вы хотите и дальше видеть подобное видео, подписывайтесь на канал и поддержите лайком. И по возможности поддержите просмотром. Всем пока, до новых встреч!